Да не бегите вы так! Я догоню, нормально все будет. В голову себе постреляй, и ты тоже. Вау! Привет, вы на канале Хамбо Гейм. И сегодня мы продолжаем эпопею Звездных Войнов. Так, миссия у нас на Фандоре. Мы закончили там и, по-моему, летали на корабле. Ну, сейчас узнаем, что там так как. Так. Так, защищаем разрушителя, короче, все. Сейчас я вам, сука, устрою, мазафака. А дай ему это, двигатели. Ладно, двигатели не сбивайте, ладно, я потом их собью. Защиту ему надо сбить, защита у него не алешка. Так, погоди. Погоди. Что там у меня было-то, блядь? Давай. О, отлично. Все. Тарантасик сбили. Дальше, следующий, сказал заведующий. Так, командир Ресса, говорит Мофф. Ионные пушки повстанцев вывели бесстрашного из строя. Командор, мы засекли транспортники повстанцев. Транспортники не хотят угнать мой корабль. Блять, да мы их остановим сейчас. Погоди. Так, истребители атакуйте транспорт повстанцев, не дайте им подняться на борт бесстрашного. Вопрос в ноль, блять. Погоди. Я тоже его атакую, погоди. Блять. Стой. Так, версию я требую, чтобы вы сбили. Да я пытаюсь. Меня шатают тут. Всю жопу подстригли. Погоди. Да блин, я пытаюсь. Они по мне стреляют так-то, ты это... Блять, я идиот. Ладно, не впервой. Давай. Оп, блять. Давай, ну! Да господи. Да я понимаю, что тебе плохо, мне тоже плохо, ты видишь? Что-то взорвалось или что? Ну, понятно. Где он, блять? Вон. Лечу. Да лечу. Так, все, один готов. Убейте его, пока он не сел. Да. Вот зараза! Стой, сука! Чё в этих транспортниках? Так много солдат, вы, блядь, не справитесь с ними, что ли? Давай, сука! Всё! Ау, сука! Так, большой корабль надо. Так, при всем уважении, сэр, когда с тем будет в порядке, что-то там будет. Подобно трусу? Понятно. Давай. Твою ж мать. Ну... Давай, я защищу его.
shot. I'll lead him inside the station. Давай, оп. Первый пошел. Второй пошел. Отлично, распидорасили его. Так. Так, еще один. Где он там? Мать его за ногу, он внизу. Я лечу. Я лечу, держись, держись. Давай! Минус нахер! Естественно. Да, отлично. Минус еще один. Воу! Так, агент Хас, присоединишься ко мне, когда дам сигнал. Подождите, ушлепки. Я сейчас все будет. Я лучший пилот на всем Диком Западе. Куда ж ты тут такой магнул? Подожди ты, господи, боже мой! Да? Так. Подняться на борт, не вопрос. Эй, дура! Давай, бам-бам-бам, нафиг вам тут всем. Джопу я-то устрою. Давай, давай. Не зря я пулеметик взял. Опа! Огонь, мазафака! Чпок! Не дали, что могу, блядь. У меня этот, подождите, у меня тельчик сел. Нормальный андроид, блин. В голову себе постреляй, и ты тоже. Сейчас я вам тут устрою мазафакерский дебош. И тебе тоже, и другу твоему, и вот этому твоему другу. Давай. Прощай. Обходного пути нет, да? Да не бегите вы так. Я догоню, нормально все будет. О, там что-то есть. Орут-то как, ух. А, это вы? Давай. Воу, больно бьет, зараза. В минусе, сучка. Так, это что? Коробочка какая-то. Давай. Воу, новые способности. Громила и термальный детонатор. Вот термальный детонатор-то мне как раз-таки и нужен на самом деле. Ты кто? Громила. Вот термаль... нет, это светошумовая. Вот, термальный детонатор, да. Да. По-любому мне нужно. А чё, подожди, а чё, почему я не могу? Вот, всё. А, отлично, дает убийство в ближнем бою. Ха! Отцовский лещ! Аллилуйя! Так, откупорь. Сейчас я вам устрою. Держи гранату. Не дали, что могу. Так, нет, погоди. Не ешь.
Не, не ICM. Так, блин, ну чё. Так, ну-ка, где? Там, там, там. Все, понял, принял. Погоди. Погоди, парень. Ай, ладно. Упс. В голову так как зашло. Так. Держи. Блять, ладно. О, это что такое? Мать моя жестя, женщина. Взломать консоль, базара ноль. Воу-воу-воу, кто там, блять, такой смелый? Держи. И другу своему дай. Вообще страх потеряли. Давай, ломай консоль. Бля, напугал меня. Так, погоди, погоди. Да, господи, боже мой. Что там, кто меня убил? Блять, такой смелый. Охуел, что? О! Ну это. О! Вот это уже пулеметик посерьезней. Зал. Не знаю. Не хочу брать. Joy, давай. Overload the cooling cells. That'll shut down the cannon. Commander, наконец-то! Блин, надо было сюда поставить. Держи. Давайте, ушлепки. Я вас всех тут сейчас оформлю. Без регистрации, смс-ок, но! Ах ты, кобыла! Куда же вы все так ломитесь, Риана, я не пойму. Да задолбали, держи. Вот мудозвоны, а? Так, надо тебя забрать. Ну что, ну это жесть. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Подожди, подожди, подожди. Надо же восстановиться. Блядь. Да хорош, блядь. Знаете, вот вам. Уже будет чуть полегче, блядь. Блядь, не успел. Вот так вот вам и надо, сука. Чётенько. Четко, и это было четко. Блин, теперь с другой стороны, да? Да не вопрос. Теперь-то я знаю, что вы оттуда прете, мудаки. Так.
Нужна тогда крайне удобная позиция. Крайне удобная в плане чего? В плане того, чтобы нормально им накидывало. Ну где-то вот тут вот, да. Да, вот именно здесь. Вот так вот, да. Скорее всего, попрут с двух сторон. Ах, вы суки, с той стороны поперли, да? Держи тогда. А, вот тебе. Куда ж ты, блин? Пацана-то там колбасит нехило. Ушлепки. Турелька вообще красава, 5 звезд, блядь. Вот и все. Изи, блядь. Так. Давай, 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 взрывчаточку. Отлично. Воу. Бум. А это нет. Это не часть плана. Больно было, наверное. Прямо четко, ух! Погнали дальше. Отряд Инферно бесстрашно снова строил, однако у нас удерживают стыковочные зажимы. Чем мы можем помочь, сэр? Уничтожь систему управления, удерживающую нас. Сэр, мне поручено защищать спутники, а не атаковать имперскую станцию. Довольно обсуждать мои приказы, командир Версия. Да хорош по мне шмалять, сука, кто там такой смелый? Так. Да, зажимы надо снести просто, которые его держат, и все. В принципе, изи-спизи. Так, бам. Бам. Нет, это не то. А что? Что где? Куда дальше? Давайте туда дальше. Давай. Да хорош. Кто там такой смелый, сука, еще раз повторяю. Воу! Давай, летим быстрее. Надо оторваться от противников. Опа. 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 Давай, 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 давай. Адмирал Версия очистит галактику, командир. И напомнит всем, кто тут главный. Так, погоди. Ну что ж, эти корабли, какие корабли, блядь? Ну этот вон. Летающее говно, блядь. Блять, ладно. Мы уходим. You know, if we could disable their cruiser, we could learn quite a bit from our enemy.
Опа. Блять, всего каких-то три легеньких штурмовичка. Вы сами не могли с ними справиться, или что? Какого хуя я вам нужен? Так. Давай. Ай, блять, хорош. Хватит задавать вопросы, освободите корабль. Давай. Наконец-то. Так, занимаем позицию для атаки. Наконец-то. Сегодня вы были на высоте, командир. Отец будет вами гордиться. Корвус, штаб отряда Инферно. Адмирал Версио получил спутник для операции Зала. Наша новая миссия не менее важна. Отряду Инферно поручено посетить одну из тайных обсерваторий Императора на планете Пиллио. Там хранятся опасные артефакты, которые наши враги могут использовать против галактического общества. Обсерватория охраняет системой типа Мантия. Агент Мика, здесь пригодятся твои технические навыки. Возьми все необходимое, найди обсерваторию и уничтожь ее. Р2-Д2. Что ж, раз Империя здесь, значит, я был прав. Тут действительно есть что-то особенное. Оставайся здесь, Р2. Их сканеры, скорее всего, засекли нас. Вау! Ну что, дети мои, на этом мы, пожалуй, закончим. Хорошего понемножку. С вами был канал Хэмбэ Гейм. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмакайте на колокольчик. До новых встреч.